личное отношение к каждому из нас трогательно, вот, очень. Я всегда работала в сфере обслуживания, хочу сказать, очень люблю людей. И мне как-то люди всегда, ну, отвечали взаимностью. Здесь я вот как бы, ну, вот продолжение. Хочу, вот УЗВ лично для меня дала, ну, вот вы знаете, спасибо за ту возможность, вот благодаря УЗВ я могу, ну, самореализоваться, я могу себя удивить, прежде всего себя, вот даже не вас. Я сама себе удивляюсь, я разговариваю, я узнаю о себе больше, и я, понимаете, продолжаю это делать. Хочу, вот я готовилась к сегодняшнему моменту, и у меня дебют. Уж вот отнеситесь. Я хочу вам прочитать стихотворение, которое мне очень нравится. Я обожаю возраст свой, и я от него балдею. Если спросите, почему, да просто не робею. Я тот момент пережила. Он канул давно в лету, когда на каверзный вопрос ответ как по билету. Теперь дождешься вряд ли ты, что я запнусь робея. И это вовсе не понты, и что ни день, ни дея. Я наслаждаюсь всем, что есть. Я радуюсь моментом. И плюсов здесь не перечесть, а также комплиментов. Я рада лилиям в саду и повзрослевшим детям, когда они мне говорят, теперь уж мы в ответе. Ох, как я рада, дождалась. От мыслей лишь летаю. Спокойно отдала бразды, пусть правят, управляют. В бассейн хожу, стихи пишу, освоила латину. Впервые стала на коньки, попутный ветер в спину. Я раньше мамой лишь была, но сдвинулись акценты. Вторая молодость пришла, и я ловлю моменты.